Thank you.
Опять сюда. Thank you.
Под лодкой сейчас. Дорогие товарищи, рыбалка наша подходит к концу. Мы находимся на реке Оби. Это достаточно далеко от того места, от города Барнаула, где мы живем. Примерно плюс-минус 500 километров от ее начала. Но все равно считается, наверное, верховье. Даже не среднее течение. Дальше будет каменная Оби. После него будет Обское водохранилище. И дальше город Новосибирск. И дальше уже после плотины Обь становится немножко другой. Там притоки всевозможные в нее вливаются. И она уже выглядит немножко помощнее. Хотя мы привыкли к тому, что здесь даже у нас она поуже в Барнауле. Здесь вот она помогучей как-то выглядит. Я вот здесь вообще впервые. Сергей здесь бывал, но мы много-много новых мест для себя открыли. В общем, рыбалка получилась трудной, но интересной. Приходилось каждую поклевку выжидать. Особо похвастаться поимкой рыбы мы не можем. Мы сюда все равно еще, думаю, не раз вернемся. И поэтому, как всегда, спасибо за внимание. Всего доброго. Будьте здоровы.